Напротив, наше современное общество перешли к масштабной приватизации органов, которая соответствует раскодированию ставших абстрактными потоков. Вы знаете, а вот это мне напоминает уже Дугина. У него же он говорил, что либерализм приведет к тому, что будет существовать парламент органов. Так сказать, каждый человек будет управляться парламентом органов, каждый из которых будет решать, работать ему или не работать. А первым органом, который должен быть приватизирован, выведен за пределы общественного поля, был анус. Ну, это да, что тут спорить невозможно. Как говорится, get your ass back here, fucking slave.